Всем привет! Сегодня я буду слушать Юлика. Он такой, в общем-то, как и я, мы-то и братья по цеху, судя по всему. Ну, не как и я, конечно, мне до Юлика далеко, мне объяснили, что он там какой-то сильно крутой, в отличие от меня. Вот, ну вот он тут решил спеть песню, а я решил ее послушать. И оценить, кто такой Юлик и что он делает каждый день. Скажи, сколько раз ты пытался начать новую жизнь с понедельника? Но вот снова вторник, сразу после воскресенья. Неделя к неделе, все опять повторяется. Привет всем, кто заебался, у меня на это та же реакция. Каждый день, каждый новый день себя чувствую неважно среди кучи важных дел. Каждый день, каждый новый день, если встретишь смысл жизни, передай ему привет. Каждый день, каждый новый день себя чувствую неважно среди кучи важных дел. Каждый день, каждый новый день, если встретишь смысл жизни, передай ему привет. Юлий Цезарь, выполняю кучу дел одновременно. Я могу ничего не делать, ничего не делать, ничего не делать. Ты проведешь так всю жизнь, и ты даже не паришься. Я провожу ее взглядом, знаешь, у жизни клевая задница. Мы зависли в затяжном прыжке, от колыбели до офиса. Так много дел на носу, значит, они переносятся. Быт, рутина, в чем смысл, зачем? Как мне быть нормальным членом общества, если я смеюсь над словом «член»? Никогда такого не было, и вот происходит опять. Если я пошел гулять с друзьями, они просто забыли меня не позвать. А подруга выносит мозги, почему ты мне не позвонил? Есть только миг между бывшей и будущей, именно он называется жизнь. Каждый день, каждый новый день себя чувствую неважно среди кучи важных дел. Каждый день, каждый новый день, если встретишь смысл жизни, передай ему привет. Каждый день, каждый новый день себя чувствую неважно среди кучи важных дел. Каждый день, каждый новый день, если встретишь смысл жизни, передай ему привет. То есть понятно, что, в общем, Юлик поет про жизнь, которая про ту рутину, которая нас встречает каждый день. И чем старше мы становимся, тем больше времени остается у нас на то, чтобы переделать все дела. Не хватает нам времени. Чем старше человек становится, тем его все меньше. Поэтому, друзья мои, если вы хотите все успеть, надо начинать раньше, имеется в виду, пока ты еще молод. Вот, а потом может быть поздно, и все можно не успеть. А вот, это то, что касается смысла. Каждый день одно и то же, но как все успеть в это одно и то же делать все, что ты хочешь. Вот, я, конечно, не могу сказать, что Юлик такой этот супергерой в плане песен, и там вот сильно у него что-то круто получилось. Ну, спел так душевненько, понятно про что, и, в общем-то, как бы спел и молодец. Вот. Не знаю, о чем он там, ну, то есть, если он такой же, как я, да, ютубер, то он там реакциями занимается, да, скорее всего. Ни разу не слышала, поэтому не могу сказать свое отношение и к его этим занятиям. Ну, так как человек пытается, развивается, вот хочет, допустим, спеть и получилось, а чё бы не спеть, если есть желание и если есть возможности. Поэтому, друзья мои, стремитесь, и у вас все получится. Всем пока!